Театр танца и костюмы Эдегей уже много лет представляют Туву за ее пределами. Участвуя во всероссийских международных конкурсах и мероприятиях, прославляя культуру и национальный колорит республики. Уникальные национальные костюмы, профессиональная хореография и высокий уровень подготовки давно стали визитной карточкой театра. Эдегейчики покоряют новые вершины с бессменным руководителем Кимой Чазаровной, под руководством которой театр пополнил копилочку своих достижений кубком от международного конкурса «Национальное достояние России». Мы знали, что очень большая площадка, приедут 200 танцевальных коллективов, и я очень рада, что у нас есть результат. Наши дети стали лауреатами первой степени. Это поездка наших детей впервые. Вот именно этого состава, даже за пределы Тувы, многие поехали первый раз. Ежедневные репетиции на протяжении многих месяцев – это не только время, потраченное на совершенствование хореографии и подготовку костюмов, но и возможность для коллектива эдегейцев стать еще ближе друг к другу. Работа в команде, общие усилия и абсолютное стремление к совершенству объединили 42 талантливых танцоров воедино, позволив им преодолеть все трудности и добиться признания на международной арене. Александра Рыдина и Арнела Оржак поделились своими впечатлениями о конкурсе. Мы заняли первое место, мы этим очень рады, потому что мы так тревожно готовились к этому конкурсу. Мы выступали в городе Москва на всероссийском конкурсе. Сама поездка очень понравилась. Было очень интересно узнать другие коллективы, то, как они танцуют, их мастерство. Было много интересного. Общая мечта и цель – показать всю красоту, уникальность и самобытность Тувы – объединила целые семьи. Родители участников танцевального коллектива также немалое сделали для победы своих детей. И сегодня Виктория Пескова празднует победу и безмерно горда за своего ребенка. Моя дочка ходит сюда 1,5 года. Вот. Нравится? Очень. Глаза горят. В 8 утра или в 8:30 вечера бежит на тренировку и мечтает. Сейчас они будут ждать поездку в Абу-Даби, октябрь 25 год. Этот проект стал своего рода площадкой, где 200 ансамблей из 85 регионов России могли продемонстрировать свое мастерство и представить культурное наследие своего народа. В этой яркой палитре культуры и традиции ансамбль «Эдегей» выделился своей уникальностью, артистизмом и талантом. Поэтому имеет заслуженное право выступить среди лучших ансамблей проекта в Абу-Даби на Всемирных пифийских играх. Айсу Мангуш, Владимир Суртук, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24.